Друзья, эта ужасная новость сегодня рано утром заставила рыдать всю Россию. Наш источник из шоу-бизнеса сообщает нам о том, что сегодня рано утром в одну из больниц города Москвы был доставлен мужчина с тяжкими телесными повреждениями, очень похожий на российского актера Александра Домогарова. Многие из нас до последнего не верили в это. Многие говорили, что, скорее всего, обознались, но вышло совсем не так. Этот пострадавшим оказался именно наш любимый российский актер Александр Домогаров. Сейчас он находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Оказывается, скорая помощь его забрала с места ДТП. Скорее всего, по всем данным, он попал в страшную аварию на окраине Москвы. Мы пока следим за развитием событий, никто ничего нам не комментирует, так как информации очень рано. Поэтому очень рано что-то говорить. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями, и вы будете всегда в курсе всех событий на нашем YouTube-канале.